Здравствуйте! Я приготовлю сегодня для вас открытые пирожки с соленой семгой. Для этого нам понадобится соленая семга, яйца, сливочное масло, рис, пучок укропа и слоеное тесто. Рис я отварю в подсоленной воде. Мелко нарезаю семгу. Мелко нарубим зелень. Смешиваем ингредиенты для начинки. Рис, рыбу и укроп. Если рыбу вы взяли слабосоленую, то лучше добавить соль по вкусу и перец. Начинка готова. Разворачиваем готовое слоеное тесто. Нарезаем тесто на прямоугольники. Начинку выкладываю в центр прямоугольника. Перекладываем пирожки на противень. В центр каждого пирожка выкладываем кусочек масла. Взбиваем яйца и смазываем ими пирожки. Отправляем пирожки в разогретую духовку. Пирожки готовы! Посмотрите, какие они получились! Румяные, воздушные и очень вкусные! Приятного аппетита!